Знаки зодиака, которые с легкостью переживут даже конец света. Мы все время задаемся вопросом, как бы мы справились с экстремальными ситуациями, если наш мир столкнется с катастрофическим событием, таким как конец света. Некоторые знаки зодиака выделяются своей силой, выдержкой и способностью приспосабливаться к любым обстоятельствам. Даже в самых экстремальных условиях они сумеют сохранить свою выдержку и найти способы выжить. Давайте рассмотрим несколько знаков зодиака, которые с легкостью переживут даже конец света. Овен. Овны известны своей смелостью, энергией и решительностью. Они не боятся принимать вызовы и идти вперед, даже в самых трудных обстоятельствах. В случае конца света овны примут инициативу в свои руки, будут искать способы выживания и организовывать группу людей для совместных действий. Их бесстрашие и решительность помогут им преодолеть любые трудности. Стрелец. Стрельцы обладают природной способностью к адаптации и выживанию. Они любят приключения и новые вызовы, поэтому экстремальные ситуации для них – это что-то вроде их естественной среды. Стрельцы смогут быстро адаптироваться к новым условиям, находить решения и быть лидерами в группе выживших. Их оптимизм и вера в будущее помогут им сохранять надежду даже в самые безнадежные моменты. Козерог. Козероги известны своей упорностью, дисциплиной и целеустремленностью. Они обладают прочным характером и способностью преодолевать трудности. В случае конца света козероги будут способны выжить благодаря своей организованности и умению приспособиться к новым условиям. Козероги обладают навыками выживания и умением планировать на будущее. Они могут принимать твердые решения, основанные на рациональном мышлении, и преодолевать преграды с постоянным стремлением к достижению своих целей. Козероги также обладают хорошим самоконтролем и способностью адаптироваться к непредсказуемым обстоятельствам. Кроме того, козероги обладают практическими навыками и умением работать в команде. Они могут быть организаторами и лидерами, способными объединять людей и использовать ресурсы с целью обеспечить выживание группы. Своими решительными действиями и стойкостью козероги могут стать надежной опорой в условиях конца света. В целом, хотя никто не знает, что может произойти в случае конца света, козероги смогут применить свои лидерские и организационные навыки, а также свою стойкость и упорство, чтобы справиться с трудностями и выжить в самых экстремальных ситуациях. Водолей. Водолеи обладают уникальным мышлением и инновационным подходом к решению проблем. Они креативны, интеллектуальны и способны мыслить вне привычных рамок. В случае конца света они смогут предложить нестандартные решения и находить способы адаптации к новым условиям. Благодаря своей независимости и непредсказуемости, водолеи сумеют приспособиться к новой реальности и найти способы выживания. Хотя никто не знает, что может произойти в случае конца света, эти четыре знака зодиака имеют особые качества, которые помогут им выжить и преодолеть трудности. Они обладают уникальным набором навыков и характеристик, которые делают их непоколебимыми даже в самых экстремальных обстоятельствах. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.